26 мая в Луганском государственном университете имени Владимира Даля стартовала работа избирательного участка предварительного голосования Всероссийской политической партии «Единая Россия». Голосование будет длиться 3 дня. Всего на территории Луганской Народной Республики открылось свыше 30 очных участков. Студенты, преподаватели, сотрудники Далевского университета, а также неравнодушные жители республики с раннего утра приходили на избирательные участки, чтобы проголосовать. Кроме того, избирательный участок в Далевском университете посетил депутат Государственной Думы Российской Федерации Гетто Антон Александрович. Для жителей Луганской Народной Республики, я думаю, что это историческое событие, потому что, как минимум, оно происходит впервые. Они делают свой выбор, голосуя за тех кандидатов, которых партия выставит дальше уже на выборы в законодательное собрание Луганской Республики и в местный городской совет. Партия «Единая Россия» — это единственная партия, которая доверяет людям решение, кто будет кандидатами на выборах в те или иные органы власти, представительной власти. В Луганском государственном университете имени Владимира Даля по итогу работы первого дня избирательного участка проголосовало свыше 300 человек, о чем сообщил председатель участковой счетной комиссии Кряковцев Сергей Михайлович. Сегодня у нас проголосовало на сегодняшний период времени более 300 человек. Явка была очень, конечно, активная. Проявляли свою активность и местные жители, и лица, которые проходят у нас по трудовому договору, работают. Никаких проблем, никаких эксцессов, проблем по голосованию не получилось. Все происходит в штатном режиме. Поэтому надеемся на то, что наше сегодняшнее время даст очень хорошие результаты для того, чтобы мы достойно подошли к выборам в сентябре месяце этого года. Студенты Далевского университета ценят возможность проявить свою гражданскую позицию и выбрать достойных кандидатов. Сегодня я проголосовала первый раз в своей жизни, и я выполнила свой гражданский долг. Для меня это было очень волнительно и важно. Россия с нами!